сегодня буду снимать видео, что в моей сумке. Простите, если что-то не то с голосом. Я только что ела арбуз, а он был очень сочный, так что я немножко подавилась. Итак, начнем с того, что лежит с самого верху. Это вот такая косметичка от марки Sephora. Здесь у меня салфетки, потому что у меня часто течет нос. Вот такой заменный телефон, потому что я сегодня ходила исправлять свой настоящий телефон и боялась, что придется высунуть сим-карточку. Вот такая помада от Essence. Life is a festival в оттенке 02 Stay Hippie. Она очень яркая, такая коралловая помада, летняя. И вот такая самодельная помада вместе с кисточкой. Я сделала ее из теней и бальзама для губ. А кисточка выглядит вот так. Вся красная, как видите. Вот такое содержание этой маленькой косметички. Телефон, кстати, исправила за 30 евро. У меня в нем был какой-то глюк, какая-то техническая неполадка. В общем, дальше. У меня здесь лежит купальник от марки Tezenis в коллаборации с Джули Делелис, которая такая итальянская дива Инстаграма, выпустила эту коллаборацию с маркой Tezenis. Я вот купила этот купальник. Вот это вперед. Он с таким глубоким вырезом, как видите, буква ХВ. А вот это верхняя часть, она размера S, а трусики размера M, потому что у меня грудь очень маленькая, а попа побольше. Стоило всего 25 евро, по-моему. Дальше у меня здесь такие салфетки, которыми я, видимо, вытирала пот после бега. Сегодня я ходила бегать вечером. Видимо, это салфетки из Макдональдса, нет? Да, это салфетки из Макдональдса. Я ходила в Макдональдс, купила вот такая пустая бутылочка от ледяной воды, которую я положила сегодня утром сюда. Такая сумка с туфлями. Это нужно объяснить. В общем, я сегодня поехала ко врачу в туфлях, но с собой прихватила парочку шлепанок. Знаете, такие, которые между пальчиками просовываются. В общем, и туфли, насколько я смогла, я поносила, а потом, когда они стали натирать, я их изменила на шлепанцы и положила все в сумочку. Вот такой пакетик у меня с туфлями. Дальше у меня здесь две резиночки, потому что сегодня я также была с двумя косичками и их сняла. Сейчас у меня здесь крабик в волосах. Вот. Вот такой кошелечек ретро с ламой. Здесь у меня 5 бумажных евро. Какие-то чеки, карточки, также есть монеты. Я вам покажу итальянские монеты, если хотите, как выглядит евро, если вы никогда не были в Европе. Вот так выглядит одно евро, оно двухцветное, внутри серебристое, снаружи золотое. Вот так выглядит 50 центов. Полностью золотистая. Сейчас я положу их обратно. В общем, после бега, конечно, снимать такое видео — это немножко такое удовольствие. Еще салфетки из Макдональдса. Конечно, картошка с чеддером была вкусная. Потом салфетка, испачканная моей помадой, которой я сегодня пользовалась. Когда я одевала маску, помаду обязательно нужно было снимать.
Еще один чек. Это от этого крабика, я сегодня его купила. Этикетка. Нужно выбросить. А это такой вот маленький спрей для тела от Нани, который уже почти закончился. Пахнет ванилью. Он у меня в проекте 21 в 2021 году. Использовать и выбросить. Ну вот это все, что есть в большом отделении сумочки. Кстати, сумочка с рисунком Пикассо. Я ее купила на выставке. Стоила 70 евро, по-моему. Еще много лет назад. Этой сумке уже много лет. Это купила моя мама мне. Вот здесь у меня два использованных билета. Нет, один использованный билет. Вот такие листики с записями ко врачу. Мои права на машину. На всякий случай я их ношу с собой. Еще один использованный билет. Вот это новые билеты в таком маленьком карманчике. А это мои таблетки, которые я принимаю каждый день. Здесь против депрессии, против психоза, для сна, антигистаминные и так далее. Вот такое содержание моей сумочки. Напишите, как оно вам. Не слишком ли много? Ну, всем до свидания, всем пока.